Здравствуйте, друзья! С вами Чиф и Шериф. Мы начинаем серию обзоров на складные перочинные ножи швейцарского производства Victorinox. Начнем с самой популярной, на наш взгляд, модели Victorinox – Spartan. Но перед этим небольшое отступление. Поскольку цены в нашем магазине на Victorinox самые низкие в интернете, мы часто слышим один и тот же вопрос от покупателей. Они оригинальные? Это не подделка? Так вот, все, что мы продаем в нашем интернет-магазине, оригинальное. Подделок у нас нет. Итак, поехали. Victorinox. Данная модель ножа представлена в нашем магазине в нескольких цветах. В синем прозрачном, в синем, в прозрачном, в камуфляже, в красном прозрачном и стандартный красный цвет. Данная модель идет под артикулом 13603. Spartan имеет 12 функций. Первая функция данной модели – нож, основное лезвие имеет длину 67 мм и отлично подойдет для нарезания чего-либо, начиная от продуктов и заканчивая какой-нибудь резиной. Второе лезвие меньше по размерам и подходит для выполнения мелких технических работ, например, точить карандаш. Также малое лезвие удобно для вскрывания писем, вырезания из бумаги и прочего. Штопор. Со штопором не разобраться сложно. Вкрутили, дернули, вытащили. Единственное, обратите внимание, что вкручивать его можно не только в пробку бутылки, но и в любой другой твердый предмет, который нужно откуда-либо выдернуть. Консервный нож. Консервный нож следует применять так, чтобы режущее движение происходило сверху вниз. Вот таким образом. Это несколько необычно, но к такому движению быстро привыкаешь. На конце консервного ножа расположена небольшая плоская отвертка, который можно, к примеру, раскручивать или закручивать небольшие винтики. Открывалка бутылочная. Также в открывалке есть еще две функции. Шлицевая отвертка, вот здесь, которая легко справится с большими глубоко вкрученными шурупами. И заостренное углубление, которое служит для зачистки проводов, вот здесь. Шило. Сушка, в которой можно продеть нитку, леску или тонкую веревку. Также шило можно использовать в качестве развертки для проделывания отверстий в дереве или других относительно мягких материалах. Кольцо, к которому можно подстегнуть ключи, темляк и прочее. Пинцет, вот в таком исполнении. И зубочистка. Переходите на сайт по ссылке в описании. С вами был Чиф Шериф. Пока!